Желающих поиграть в настольный теннис в физкультурно-спортивном центре становится все больше. Заметив возрастающий интерес к этому виду активного отдыха, специалисты ФСЦ приобрели новый тренажер «Пушку». Робот имитирует высококлассного игрока, который может посылать мяч в любую точку стола. Прибор настраивается на разную силу удара, скорость вращения мяча, высоту, частоту, количество подач. Одним словом, это настоящий механический тренер. В то время, когда робот подает мячи, наставник корректирует движение ученика. Анатолий Загвоздкин рад новой машине. Такой помощник позволяет более эффективно проводить занятия. Есть такие спарринг-партнеры, называемые, которые накидывают мяч в одну точку, чтобы можно было отработать удар. А здесь не надо спарринг-партнера, он не устает. Электропитание есть, все. И он бесконечно играет. Очень хороший партнер. Не обижается, если вы не будете в стол попадать. Доказано, что настольный теннис лидирует среди других видов спорта по количеству затраченной энергии. Он занимает второе место, уступая лишь бадминтону. Во время игры не только улучшается настроение, но и тренируется сердечная мышца, а также усиливается кровообращение и углубляется дыхание. Улучшается реакция, координация движения. Кроме этого, развивается мелкая и крупная моторика. Игра позитивно влияет на развитие у детей способности к рисованию, а также формирует красивый почерк. Регулярные занятия настольным теннисом повышают жизненный тонус, дарят бодрость и замечательное настроение. Милости просим всех, кто хочет настольным теннисом заниматься. С удовольствием поможем, покажем, расскажем, на тренажере позанимаемся. Мария Парилова, Сергей Ковалев, программа «Южные горизонты».